И снова здравствуйте, друзья, опять с вами Мишаня, и сегодня у нас очередная распаковочка долгожданной посылочки из Китая. Вот эта коробочка шла с Китая 53 дня. Друзья, это очень-очень-преочень долго. В таком вот виде вся комната, вся гармошка из нее, можно уже как на гармошке играть. Ну, тем не менее, пришла она. Я уже думал, подожду еще несколько дней и буду открывать спор. Но все-таки дождался я ее. Итак, вскрываем, как всегда, своим любимым ножом. Где-то так хочется очень аккуратненько. Как всегда, посылочка на рыболовную тему. Вот так, так, так. И вот так. И вот так. Упаковано. Видим пупырышка сверху. Вот такой слой двойной пупырышки. Мне уже нравится. Хотя сама коробка помята. И здесь, друзья, вот такие, как говорится, принадлежности к рыбалке. И еще даже две штуки, друзья, китаец положил мне в подарочек. Сейчас я посчитаю, все ли на месте, и продолжу. Друзья, даже во время смотрю распаковочки, смотрю, даже вот так переложены они между собой пупырышкой. И с уверенностью могу сказать, все на месте. Да, друзья, и две штучки китаец положил мне в подарочек. Кто знает, что это? А это такие ретриверы. Это для рыбалки, для рыболовных принадлежностей. Итак, смотрю, эти, которые в подарок, отличаются карабинами от тех, которые внутри. Длина ретривера у нас получается где-то 30 сантиметров, около, плюс-минус. И растягиваются они, друзья, на до 1.5 метра. Видим. И стягиваются. Чем они мне еще понравились, друзья? Не знаю, как карабины. Многие говорят, что это слабенькие карабины. Понятно, это не альпинистские карабины. Это чистый алюминий, который очень легкий. Но, тем не менее, этот карабин рабочий. Рабочий зажимчик, и это для рыболовных принадлежностей, которые нужны или к рюкзаку, или к жилетке рыболовной, или к лодке, где-то, чтобы не потерять рыболовные принадлежности, такие как там зевник, да, одним словом, разные рыболовные принадлежности, которые вы боитесь или хотите, чтобы не потерять. Еще, что мне понравилось в этом ретривере, что в середине, камера, естественно, это, я не думаю, может и не передаст, что в середине идет металлический тросик, где-то толщиной в 1 мм. Это уже меня, как сказать, очень-преочень радует. Заказываю я уже второй раз вот эти карабинчики, так как первые разы я заказывал, друзья увидели, как всегда, закажи и нам, и по несколько штучек, ну, естественно, что я и сделал. И вот долгожданная посылочка, это пришла. Вот такая небольшая посылочка. Естественно, ссылочку на продавца я оставлю в описании под видео. Можете зайти в магазин, выбирать. Вот здесь у меня каждый пакет по 6 штучек. В комплект идет разные цвета вот этих карабинов. Можно выбрать в одном цвете 6 штук. И либо в разных цветах, кому как угодно. Можно 6 красных, желтых, зеленых, белых, черных, синих. Вот в таких цветах можно на любой вкус и цвет можно выбирать карабины. Я заказывал в разных цветах, потому что так как-то мне поинтереснее. Положил в подарочек вот две штучки, а практически они одинаковые. Только здесь карабинчики немножко уже совсем другие. Ну, китайцу, конечно, продавцу большое спасибо за подарочек. Это я взял во внимание. Естественно, буду заказывать у него еще и не раз. И разные рыболовные принадлежности. Магазин проверит. Ну, когда буду заказывать, буду переписываться, чтобы он как-то побыстрее делал доставочку. Вот, друзья, всем, кому понравилось видеообзор вот таких ретриверов из Китая, пружинных ретриверов из Китая с карабином, лайкайте, жмите на палец вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами был Мишаня. Всем приятных просмотров и до новых встреч. Пока!